Я, Паукштерина Михайловна, хочу представить вам свой новый учебный курс «Конструирование и пошив прямой юбки со шлицей». Мой курс состоит из двух блоков. Первый блок – это конструирование юбки. Я предложу вам конструирование юбки с моими личными доработками. Сейчас я вам объясню подробно, порассказываю, в чем же смысл этих доработок. И второй блок – это пошив юбки, пошив от и до, с очень хорошей качественной съемкой, с мастером 5-го разряда. Причем она шила юбку на съемку точно так же, как шила всегда ее каждый день заказчиком. Она нас спросила, что-нибудь менять? Мы сказали, нет, ты делаешь так, как ты привыкла делать ежедневно людям юбки. Вот так точно мы снимали. То есть это у вас появится очень редкая возможность увидеть работу мастера. Блок конструирования юбки тоже будет состоять из двух частей. Первая часть – это построение юбки на более-менее такую среднюю фигуру с обычными выточками, то есть с небольшой разницей между талией и бедрами. И вторая часть этого конструирования будет составлять полностью, вам будет предоставлена конструкция юбки для дам с очень большой разницей между талией и бедрами, то есть с очень большой суммой выточек. В чем же преимущество этого курса? Преимущества этого курса состоят, во-первых, без заморочек. Просто, ясно, вам будет показан материал без умных фраз, без лишней воды, без ничего. Мы вам просто показываем, как же это делается. Второе. Маленькое количество мерок. Обхват талии, обхват бедер и длина изделия. Я просматриваю, конечно, интернет-материалы. Люди показывают, что надо снять 10 мерок, чтобы построить юбку. Но меня просто ужас берет. Они, во-первых, сами в таких заморочках, во-вторых, всем остальным заморочат голову. Тогда вообще перестанешь соображать и забудешь, что даже и знал. И третье. Эти простые расчеты обеспечат очень хорошую посадку. И четвертое. Вы увидите работу мастера 5-го разряда, а не просто там человека, который немножко шьет. Человека, который ежедневно шьет эти юбки людям на заказ, еще много что она делает. Как бы я очень рада, что мы это вам можем показать. Могу с уверенностью сказать, что мы предлагаем вам очень высокого качества учебный материал. Сначала хочу поговорить с вами о конструировании. За свою длинную жизнь я пересмотрела огромное количество учебников. Видела очень много людей с образованием. Пересмотрела огромное количество разных сборников, ателье и всяких. В последнее время пересмотрела огромное количество видеоуроков. И везде, 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 абсолютно везде написано. Боковая выточка распределяется вправо и влево от бокового шва одинаково. То есть боковая выточка юбки, вычитанная по формуле, по их мнению, располагается 1/2 влево от бокового шва, 1/2 вправо от бокового шва. Но в жизни так не бывает, потому что на переднем и заднем полотнище юбки разный объем заложен. И нельзя так распределить боковую выточку. Недавно открыла Мюллер и сын сборник, там где-то из первых годов. Открываю, а там написано юбка прямая, боковой шов 1/2, 1/2. Очень сильно я удивилась. Все это вы увидите на чертеже. Когда будете строить, вы увидите эту разницу, что это совсем другое построение юбки, ни на кого не похожее. Во-вторых, существует очень много фигур с очень большой суммой выточек. То есть разница между талией и бедрами большая. И перед нами стоит необходимость строить дополнительные выточки. Ни в одной литературе, ни в одной книге нигде этого нету, а у нас проблема, перед нами каждый день такие люди, мы должны с ними работать, следовательно, за все годы мы выработали уже систему, как же это делать. Это тоже мы вам покажем. Лично я вас уверяю, что вы получите абсолютно очень ценный материал по конструированию юбки. Отдельно хочу сказать о пошиве. Сколько я пересмотрела видеоуроков в интернете. Сколько за мою жизнь перебывала литература через мои руки прошло. Нигде, никто, никогда не говорит подробно. Даже в сборниках ателье, если идет технология. Обязательно в этой технологии каких-то узлов нету. Мы вам показываем от кроя до готовой юбки, от утюжка, раскрой,
Пошив, обметывание срезов, работа с выточками, работа с поясом, заготовка, соединение, сборка с подкладкой, упаковка шлицы, подгибка низа, уголочки шлицы, уголочки пояса. Все до единой операции. Даже есть материал, как мы пошли в магазин и выбирали ткань для этой юбки. Сейчас, конечно, лето, жара, мы выбрали хлопок, но я и вам рекомендую поучиться на хлопке. Первую юбочку сделайте хлопковую, вторую уже сделайте легко, полушерстяную, шерстяную, из сукна, тепленькую и так далее. Все операции показаны на высококлассном промышленном оборудовании, как делаются. Но вы не расстраивайтесь. Все эти операции можно сделать на бытовых машинках, на бытовом оверлоке. Утюг, конечно, должен быть с паром, хотя бы и домашний, но нужно, чтобы как-то он все-таки пар в нем был. Ну, это вы потом поймете, когда начнете уже работать более серьезно. Никогда не думайте, что летняя юбка должна быть без подкладки. Это не юбка. Юбка никогда не имеет формы и облегания, если она без подкладки. Летние юбки тоже должны быть с подкладками. И летние шорты должны быть с подкладками. Но подкладочки выбирайте на лето легкие, приятные. Хлопок с шелком, какой-то Подкладочки выбирайте приятные, летние, легкие, хлопок с шелком или батист. Если натуральная подкладка вискозная, то очень-очень тоненькая. Она должна быть тоненькая, легкая. Но подкладки обязательно ставьте в летние вещи. Тогда они элегантно будут смотреться. Конечно, бывают фигуры очень нестандартные. Но невозможно на них построить ни таким методом, ни других методом, ни с дополнительными. Нестандартные бедра, выпирающие вперед икры высокие, низкие ягодицы, над ягодицами еще там что-то. Но бывают очень нестандартные фигуры. Тогда вы обратитесь к теме макетирования юбки. Я ее давно уже давала, ее посмотрела очень большое количество людей. Сделайте макетирование на такую фигуру, но пошивом будете пользоваться из этого моего учебного курса. Приобретайте мой учебный курс, гарантирую вам высокое качество обучения, вы будете работать, получать удовольствие, у вас будет все получаться. Пишите в комментариях, буду ждать ответ от вас. Всего хорошего, с вами была я, Паукште Ирина Михайловна.